этот раз на проекте «Читаем вслух» девятиклассники читали поэму «Люблю» Владимира Маяковского. Лирическое произведение разделено на 11 глав, каждая из которых посвящена отдельной теме. Я читала отрывок из поэмы «Люблю» главы «Мальчик», и это... Глава, она описывала детство Маяковского. Я считаю, что основной характер человека закладывается его именно в детстве, и всегда детство именно великих таких людей, известных, оно всегда очень интересно. Критики считают «Люблю» одним из самых светлых произведений поэта. Он написал ее под влиянием сильного чувства к Лилии Брик и вложил в поэму только положительные эмоции. Будучи до безумия влюбленным в Брик, Маяковский посвящал ей многие творения, выходя далеко за рамки автора-агитатора. Лучше Маяковского советской поэзии о любви не писал никто. Так, чтобы вот он брал куски сердца и вырывал их, и вышвыривал на обозрение всех. И делился своими эмоциями со всем миром. «Если я чего написал» – еще один стих о любви, который прочли старшеклассники. В нем Маяковский не просто говорит, он кричит о своих страстных чувствах. «Если ты любишь, не будешь скуп ни на эмоции, ни на слова, ни на поступки». Этому в первую очередь учит поэт. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 10 апреля. Четвероклассники школ города прочитают вслух сказки Павла Бажова из книги «Малахитовая шкатулка». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.